Телеканал КРТ представляє. Символіку дивізії СС Галичина офіційно визнали нацистською. Окружний адміністративний суд Києва також визнав протиправними дії Українського інституту національної пам'яті та його колишнього керівника депутата від Європейської солідарності Володимира В'ятровича, який стверджував, що символіка СС Галичина не є символікою нацистського тоталітарного режиму. Суд зобов'язав інститут національної пам'яті достр... утримуватися від тиражування хибного твердження, що символіка СС Галичина не суперечить українському законодавству та надав, що її поширення та розповсюдження заборонено. Аби ухвалити це рішення, суду знадобилося три роки. Володимир Ятрович виступав у справі третьої стороною. Рішення суду прокоментував на своїй сторінці у Фейсбуці, каже, у документі немає нічого про те, чи є символіка дивізії Галичина символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму. Чи правильно зараз, коли через три роки, нарешті, вияснили, що символіка Дивізії СС Галичина є нацистською? Правильно, тому що СС... Хотя там есть нюансы исторические, разбирался в этом вопросе, что как бы, они не участвовали, СС Галичина, в карательных операциях, в боевых, причем в первом же серьезном столкновении она была разгромлена э, с, э, советской армией. Э, тем не менее, этот вопрос и глоризация да, э, этой символики, этой дивизии, я всегда выступал э, против, потому что это серьезный раскол в обществе. Это, как говорится, если мы берем минимум, ну, скажем так, реалии нашего общества, потому что никогда Юго-Восток не воспримет о том, что э, будут э, в герои возemos, возведены те, кто воевал э, в составе СС э, Галичина, именно подчеркиваю, этой организации. Во-вторых, во во э, проводились даже там конкурсы во Львове, я знаю, там рисунков. То есть я выступаю категорически против, и поэтому э, приветствую это решение, потому что оно вносит существенный раскол в наше общество. Отже, э, что объединяет вас э, тут за столом зараз э, точка зору пана Максима? так, У меня своя точка зрения, и вот правильно, номер вспомнили даже. Тут человек звонил, критиковал меня, рассказывал про Нюрнбургский трибунал, рассказывал о решениях Нюрнбургского трибунала, рассказывал о том, ну он там не конкретизировал, но СС признана преступной организацией. СС. 14-я э, дивизия. Там на самом деле было много дивизий, в том числе национальных и французских. И 14 Я 14-я дивизия была у нас в небогатёх, была не вызнана. И, и, и 14-ю Франц... дивизию... Нет, 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 стоп, 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 простой. СС. Это признано? преступной организации. Все подразделения СС, соответственно, под это определение подпадают. Вы знаете, чего бы хотелось увидеть после вот этого решения административного суда? Ну, там, скорее всего, будет апелляция, пойдут в Верховный суд, но хотелось бы увидеть применение вот этого закона о декоммунизации, он уже не только о декоммунизации, он еще за, и за, за оборону, да, вы, там и пропаганды символикой э, тоталитарных а режимов, в том числе нацистского режима. И десяточка там должна обломиться не только за красный флаг по этому э, закону, но и за... Э, вот эту вот героизацию, с, э, с, публичную демонстрацию, в том числе на средствах массовой информации, символики нацистской, э, вот как в частности, дивизии 14-й дивизии СС. Поэтому я хотел бы следующий